плакат у дома номер 74 по проспекту Ленинского комсомола извещает местных жителей, что здесь проводятся работы по губернаторской программе формирования комфортной городской среды. Представитель заказчика рассказал депутату Московской областной думы Владимиру Жуку, что именно входит в перечень работ. Ремонт входных групп пешеходных дорожек, ремонт проездов, устройство тренажерной площадки новую поставили, ремонт контейнерной мусорной площадки, уличное освещение. Парковки расширяете? Парковки расширили, это сзади дома, мы можем пройти, посмотреть. Там сколько машин сейчас появилось? Дополнительно прибавили 10. Дом построен в 79 году. Работы по благоустройству территории здесь проводились только частично. Например, теперь здесь есть современная детская площадка, а вот спортивной не было. Ее появление люди восприняли с энтузиазмом и тут же принялись осваивать. Не было площадки, здесь травка росла. Сейчас облагородили, сделали спортивную площадку. Очень хорошо, удобно. Асфальт сделали, тротуар. Очень удобно. Деткам и взрослым. Комплексное благоустройство помогло решить ряд конкретных проблем жителей. Это и дополнительные парковочные места, и ограждение, и асфальтирование так называемых народных троп, и многое другое. Раньше тротуар был вот так, проходил, и мусоровозу, чтобы забрать мусор, ему приходилось двумя колесами заезжать на тротуар. И тротуар у нас ломался от этого. Сейчас двинули туда, очень сложные были работы такие, выполнить вообще колоссальные. Ну, решили проблему с мусоровозом. Но не только жители дома 74 по проспекту Ленинского комсомола получили новую придомовую территорию. Работа ведется по всему муниципалитету. В рамках этой программы на текущий момент, первая пока только очередь, только про нее говорим, 16 дворовых территорий запроектировано к строительству. Плюс рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на благоустройство еще дополнительных адресов буквально вот в это лето до конца сезона. Естественно, что работы по благоустройству доставляют немало неудобств местным жителям, а потому и недовольных хватает. Ветер, пыль, грязь. Но, естественно, подавляющее большинство жителей рады преображению двора и со своей стороны активно помогали строителям. Самое главное – это не ругаться. С утра выходим, обсуждаем план работ. Ребята, что вы сегодня делаете? Мы делаем сегодня асфальт. Нужно убрать машину, помочь. Помогаем, убираем машины. То есть идем навстречу, стараемся по возможности помочь им со своей стороны. Пройдя по территории, депутат Московской областной думы Владимир Жук отметил, что работа в рамках губернаторской программы «Комфортная городская среда» ведется на постоянной основе. Есть места и адреса, где это все нужно делать. Но сейчас идет большая работа. В первую очередь делается 25 территорий, 25 адресов. Видно на территории Ленинского городского округа. Именно вот по программе комплексного благоустройства со всеми необходимыми элементами. Бюджет, выделенный на благоустройство этого дома, составляет 7 миллионов рублей. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.